Прикинь, он только что прошел. Хьюго радуется последнему снегу. Почистился. О, а он грязный. О, пятно какое серое после него осталось. В избушке прохладно, плюс 3 градуса, а уже потеплело, было плюс 3, плюс 4 стало, а на улице плюс 10. Вроде бы, конечно. Друзья, всем привет. Всем привет. Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Друзья, Хьюго со всеми пришел поздороваться. Хьюго, всем привет, скажи. Сегодня мы пришли напилить досок. У нас тут есть пару бревен, еще и нашли в лесу пару бревен хороших. Походили вчера вечером по лесу и обнаружили бревно совсем неподалеку от нас. Скорее всего, она упала где-то в ноябре, когда нас здесь не было. И пролежала всю зиму под снегом, мы его и не заметили, хотя много раз там ходили. А еще подальше, отойдя, еще одно бревно обнаружили, что оно упало. И оно тоже сухое, тоже отличное. И мы сегодня будем их напиливать. Напилим по 3,5 метра бревна, очистим от сучков и постараемся принести сюда к избушке, чтобы был материал для будущей бани. Друзья, всем приятного просмотра. Погнали! Из этих досок мы будем облагораживать родник, сделаем короб, чтобы там вода стояла. Ну и еще напишите в комментарии, как будет лучше это сделать.
Я почистил одно бревно. Полностью? Уже? Ну, его надо сейчас распилить. На части хочу его поделить. Ну, 3,5 метра, да? Угу. Оно даже относительно... Даже, наверное, не 3,5 надо, а меньше делать. 3,20? 3,20. Уверен? Ну, если на этот паз будем сажать... Ну, считай, 20 сантиметров на паз идет, и у нас трешка даже плюс 3 будет уже внутри. И плюс, считай, если мы будем делать полубрус, у нас уже сразу стены будут внутри белые. Вот, друзья, смотрите, какая упала. Свалилась. Хорошая, прямая, длинная. Я ее уже ошкурил, отсучковал. Сейчас отмерю по 3 метра 20 сантиметров. И посмотрим, на сколько штуки хватит. Она длинная, я думаю, на штуки 3 хватит, 3 бревна. Будем смотреть. Я отмерил бревно. И 3 бревна у меня получилось по 3,20. Вот здесь отметка. Но тут еще бревно так-то довольно широкое. Я думаю, еще одно возьмем. Вот там сейчас я очищу. Одно бревно еще отсюда возьмем, а остальное, наверное, пойдет на дрова. Вот еще было бы хорошо, если вот это вот упало. Она уже половинчатая. И снизу уже начинают клевать ее дятлы. Вся уже в дырах. Тут его даже уже шкурить не нужно, оно уже лысое здесь. Да, Хьюго? Ого, смотрите, друзья, что тут муравьи творят. Я вчера к ним подходил, вот так вот камеру близко-близко подставлял. Они меня описали вчера всего. Просто кишит. Может, даже будет видно? Все, с этими закончили. Получилось 4 хороших бревна. И еще небольшую часть взяли под дрова. Сейчас я иду вторую напиливать. Шкурить, напиливать. Вот она лежит. Вот где Миша прошелся, она еще дальше. Тоже она свалилась в том году 100%. Потому что тоже была под снегом.
Того бревна, я тоже думаю, хватит на 2-3 хороших бревна для бани. Вот Хьюго проснулся. Хьюго спит на травке, на солнышке. Загорает. Охраняет нас. Дико их лучше сушить куда-то положить. Да, высохнут. Не высохнут. Давай поставим в бесед. Давай в дровяник их, да, вот, да, сюда, вот так сложим. Давай. Друзья, как тепло, вы не представляете себе. Там такой холод, никакого витамина D. А здесь его полно.
Друзья, ваше предположение, кто это мог вырыть такую яму прямо у родника? Вот тут мы на квадрике проезжаем, и прямо здесь, в этом месте, яма вырыта. Мы думаем, что кабаны, но почему-то ни одного следа нет. Есть лосиный след. Есть два даже лосиных следа. Один вот там, наверное. Вот это вот лосиный вроде потом. Ну, большой. Либо это большой кабан, ну, либо лось себе сделал полежать местечко. Хьюго ловит клещей. Все нормально. Мы убираем. Сняли уже с себя три клеща. В баночку соберем, потом попозже покажем, как придем в избу. Слышал? Да, что-то. Да? Утки пролетели, 4 штуки. Утята, я бы даже сказал. А наверняка где-то на реке этой же и сидят. Вот смотрите, я предлагаю Михалычу ставить короб куда-нибудь вот сюда, в центр кадра. Он предлагает ставить прямо у истока родника. Что думаете, куда лучше всего это расположить-то нам? Ну, я вот ссылаюсь на то, что вот здесь вот идет уклон. И вот здесь сюда эту коробочку, вот туда поставить трубу, вот с этого водопада поставить трубу и прямо в коробку его. Вы что думаете по этому поводу? Пишите обязательно в комментариях, потому что это важно, друзья, потому что это важно. Который год уже это могучее дерево стоит, полностью сухая елка. Тут посмотрите, сколько много хвороста. Чуть что с печинка зажжется, все, сразу же вспыхнет. И до сих пор не падает. У нас еще там ловушка стоит с того года. Надо ее обновить, кстати говоря. Да. Намазать там, чем нужно намазать. Опероем. И может вдруг кто попадется. Ловушка живая, зиму пережила, все нормально. Друзья, не забывайте чаще осматриваться, выходя в лес, потому что много клещей уже. Будьте осторожней. Друзья, Михалыч негодует. Почему, говорит, мы раньше так не таскали воду? Ну, как бы мы ее таскали, но только таскали, а не катили. Друзья, можно тянуть воду, и гораздо-гораздо легче это все происходит и дается вообще. Никаких усилий фактически. Так что берите на заметку. О, красава! Бегом, 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 Хьюго, бегом. Ой, красавец. Молодец, молодец. Устал. Клещей нет? Все, стряхнул.
Вот, друзья, смотрите, 7 штук с себя сняли. Двое уже в последний момент, когда осматривались. По поясницам ползли у нас. Начало для бани положено. Два ряда есть. Еще есть два бревна, которые нужно распилить и принести. Там можно еще больше сделать. Вот последнее бревно, которое я показывал. Но там еще все во льду. Там прямо лед на краях древесины. Пускай пока сохнет. А это пусть уже сохнет здесь. Пожарим сегодня индейку с рисом. Мясо у нас приготовилось. Обжарим сначала лучок,
Потом добавим туда томатной пасты. И закинем рис вариться. Сегодня ели, только завтракали. И все, целый день вообще ничего не ели. Второй прием пищи у нас сегодня был. Друзья, всем приятного аппетита. Всем приятного. За окном уже стемнело. Сегодня много всего выполнили. Угу. Это хорошо. Даже чего не планировали. Да, да. Ну, пока бревна есть, будем находить потихоньку, складывать. И, глядишь, до бани недалеко останется. Сколько нам надо было, сколько мы считали бревен? 26 бревен. Чтобы высота у бани была как у избы. Ну, плюс-минус какие бревна будут. Да. 13 венцов, 26 бревен. Все нормально. Стая птиц. Интересно, что за птицы? Прямо такое это и летят стрелой. Парочка как будто бы впереди. Куда-то перелетают. Или наоборот к нам прилетели. Так, вот избушка у нас. Там находится вдалеке. Я поднялся тут на гору. Какие-то следы маленькие совсем, но еще и растаяли они, стали больше. Чей след? Как будто кабанчик или маленький лось. Нашел еще бревна, ну то большое мы уже брали. Куда-то на материал, скорее всего. Ну вот это хорошее такое мощное. Наверное, тут будем напиливать напополам и таскать к избушке. Тут вообще завал, просто капец. Тут такой пригорок, на высоте все находится. Ветер больше сюда попадает, и они больше падают. Ну, вот тут вообще нормально материала, на бане хватит нам. Вон какая мощная. Моя ладонь. Пополам распилим. Здесь. Нет, здесь неудобно будет пилить. Вот еще одна часть у него тоже хорошая. И лежит не на земле. Ой, это вообще сломалось, как смотрите. Повисло там. На дереве. На сосне. Много еще валежника. Но отсюда таскать далеко. Но не так тяжело. Под горку лучше тянется. Вот тоже повалило, походу, недавно. Я ее не видел. Стопудово хорошая. Да, вроде норм. Поскорее только взять, чтобы не сгнила. Вообще ровная, смотрите, какая ровная. Ни одной кривинки нету.
Слышите, да, это друзья? Что-то столько птичек проснулось. Хьюго, домой. Домой. Домой, Хьюго, домой, малыш, идем. Ну, друзья, начало для бани положено. 4, 5, 6. 6 бревен есть. Да. Еще осталось 20. Доски заготовили для короба на родник. В следующем ролике мы уже будем копать, чистить родники и собирать короб. Друзья, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями роликами, потому что это очень важно. Подписывайтесь нам в Телеграм, в Инстаграм. Ссылки будут в описании, в закрепленном комментарии. Всем пока, до новых встреч. Всем пока. Хьюго, иди сюда. Иди сюда. Ему шишка интересна. Шишку гоняет. Короче, он со всеми попрощался, друзья. Все, пока.